Здесь не фиолетовые зомби, я не знаю, где фиолетовые, надо искать. Сейчас посмотрим, ребятки, пойдем на пески, на пустыню и посмотрим, может в пустыне есть. В пустыне мне нужно поймать ананасового зомби. Ребятки, мне нужны и арбузовые зомби, и ананасовые. А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Привет, привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, ребятки. С вами, как всегда, Юра. И мы продолжаем играть с вами в Zombie Catchers или Охотники на зомби. Так, ребятки, ну что ж, давайте приступим. В прошлый раз мы с вами уже дошли, ребятки, довольно-таки далеко. И нам дали следующее задание. Это продать что-нибудь на 800 монет, а также продать товары пирожные на 60 и улучшить ананасовую зомби-выжималку, я так понял. Это все, что нам пока нужно сделать. Так, давайте, собственно, перейдем вниз и посмотрим, что нам здесь нужно улучшить. Ага, вот, смотрите, нажимаем сюда. Все. Давайте улучшим сразу ее на все, потому что у нас, как вы знаете, денег очень много. Я миллионер, и мы с вами улучшаем все на полную. Так, ребяточки, давайте здесь. Так, продать что-нибудь на 800, вот это мы этим давайте и займемся, ребятки. Так, банановых зомби есть у нас? Есть, отлично. Так, белые зомби есть у нас? Есть, отлично. Все, пускай качают. Так, а что нам надо? А, ребятки, все, нам надо... А белые зомби есть у нас еще или нету? Нам надо белого зомбика найти для того, чтобы продать на 60 пирожных. Это все, что нам надо сделать, ребят. Нету. Недостающие ингредиенты и айс-крем, ребята. Кремовое пирожное. Получить болотного босса, чтобы начать производство. Ребятки, мне надо получить болотного босса, чтобы начать производство этого прикольного пирожного. Так что давайте, собственно, зайдем и посмотрим с вами, что за там охота на этого зомбика. Что она мне, ребятки, даст. Чтобы выманить зомби-босса, делайте мастерские заходы. Выманить. Войти на уровень. Так, давайте, ребятки, выманим босса и уничтожим его. Так, новая охота на босса, ребят. 3, 2, 1. Давай. А как мне? Нет, нет. Давай, давай, заряжай. Да что ж такое мимо? О, один раз, ребятки. Да что ж такое, быстрее сейчас убегает, босс убежит. Еще один раз. Ну. Ай-яй-яй-яй, зомби убежал в лес, ребятки. Мы не успели его словить. Мы не успели последний раз стрельнуть в него. Хотя, если бы еще один раз стрельнули, то наверняка бы его словили. Так, ребяточки, ну что ж, давайте тогда перейдем в повтор и выманим его опять. А, все, его осталось как раз один раз. Вот он опять выбежал из леса. Мы продолжаем гнаться за этим нехорошим боссом. Так, мы ждем, пока он подбежит ближе к нам и будем стрелять. Давай, давай, подлетай, Юра. Огонь. Ай, мимо, мимо. Так, еще раз. Да что ж такое, а? А че мой прицел опустился? Почему я не могу контролировать прицел свой, ребят? У меня какая-то проблема с управлением случилась. Я опустил прицел, ребят, а поднять его не могу, вы представляете? Продолжить охоту, конечно. Я никогда не сдаюсь. А, все, понял, ребят. Как поднять прицел? У меня просто распределение клавиш неправильное было. Сейчас мы с вами поймаем этого босса. Смотрите.
Три, два, раз, побежали. Вот так вот. Бабах. Отличненько, дорогие друзья. Мы поймали кремового босса. И это просто, ребятки, замечательно. Теперь мы сможем купить много всего. Давайте, ребяточки, в кафе. Все, ребятки, я выжимаю по максимуму из этого зомбака, босса. Прикольно, да? Так, сколько мы из него сумеем выдавить? 30 штук. Так, зомбики найдены. Пишет мне компьютер. Давайте пойдем словим пару зомбиков и вернемся, посмотрим, что нам надо делать. Так, зомбики обнаружены. Так, давайте, ребятки, купим вот этого и вот этого. Так, сетемет нам нужен и ловушки. Так, поменять оружие. А, ребятки, я забыл маску поменять. У меня маска козы, посмотрите. Надо будет ее сменить сейчас на какую-то более крутую маску. Так, давайте выманивать, наверное. Давайте поставим здесь ловушку. Здесь. Давайте на всякий случай возьмем. А, сетимет у нас, да, стоит. Все. Давайте бросим и убежим. Оп, все отличненько. Банановый зомби попался на крючок. Отличненько, ребятки. Я даже белого словил для крема себе. Круто. Потому что мне нужен был для крема. Давайте здесь, наверное, поставим ловушки, чтобы никто не убежал. Чтобы никто не смог убежать. Все, отличненько. Все, ребятки, мы всех зомбиков на этом уровне поймали, и мы просто с вами, ребяточки, молодцы. Классно. Так, зомби пойманы. Продолжить охоту. Так, вот, ребятки, еще, смотрите, найдено. Так, давайте докупим все, что нам нужно. И пойдем ловить этих зомбаков. Так, погнали, 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 погнали. Так, давайте, наверное, ловушечку поставим вот здесь вот, наверное, пускай стоит. Отлично, ловушечка целая. Так, давайте дальше. Опа, отлично, голубого зомби поймали. Так, погнали дальше, дальше, дальше. О, змея, надо змею убить. Вот так вот, отлично. Так, бросаем давайте мозг. Все. Поймали. О, гаечку собрал, ребята, круто. Учебник сталкера, ученик сталкера, ребят. Так, ну что ж, ребятки, все зомби пойманы на этом уровне. Давайте перейдем в кафе, посмотрим, что мы сможем сделать. Сможем ли мы пройти этот уровень и перейти, ребяточки, на другой. Так, погнали, погнали, погнали. Так, здесь нету ингредиентов пока у нас. Так, здесь охота на босса у нас, да, идет? Угу. Отлично. Так, ну что ж, первое задание мы выполнили, ребятки. Это продать пирожное на 60 штук, улучшить... И второе выполнили. Улучшить ананасовую выжималку. И третье сейчас выполним, наверное, продать товары на 800. Я думаю, мы сейчас продадим их. Посмотрите, какое, ребятки, у нас идет производство огромное. Клиенты довольные по полной программе. Так, пишет мне, что зомбики найдены, ребятки. Так, передавайте назад. А, магазин, я хочу поменять, ребятки, себе форму.
О, тут новые появились, ребят. Посмотрите. Круто. Я хочу быть чертиком вот таким вот. Все, ребята, я в маске чертика. И это просто, ребятки, замечательно. Так, что у нас там в кафе? Так, на 560 мы продали товаров, да? Давайте уже... завершим, так сказать, этот уровень этот. Ого, ребят, посмотрите, сколько я штампую, какое идет производство. Ну все, ребяточки, получается, уровень мы этот прошли. Получается, уровень мы этот прошли, это просто круто. Все отлично, коснитесь, чтобы повысить уровень. Новый уровень, ребят. Это новый продукт, какой-то шашлычок на палочке, я не знаю, что это, и два плутония. И мне нужно продать товаров голубых на 20 с голубого зомби. Продать товаров 10 из шашлыка, я не знаю, что это за шашлык такой будет, давайте посмотрим. Перейдем, шашлык какой-то из мармелада, наверное, давайте купим его. Ага, он, ребятки... У нас как? Делится на два типа зомби. Это арбузовый зомби и ананасовый. Эй, брат, как думаешь, этот бизнес делает нас миллионерами? Не знаю, но похоже, ты наконец-то сможешь купить себе пони, о котором ты так долго мечтал. Так, ну что ж, дорогие друзья, я предлагаю, ребяточки, переходить на новый уровень. И так, что мне нужно? Мне нужны голубые зомби с фиолетовыми. И мне нужны, ребятки, зомби ананасовый и арбузовый. Пошли. Пошли искать зомбиков, ребяточки. О, ребята, я дьявол. Чертик-дьявол. Купил себе такую вот формочку, где я немножко дьяволом выгляжу. Посмотрите. Прикольно, да? Побежали, 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 побежали. Так, здесь давайте поставим капкан вот такой вот. Так, давай, давай, давай. Ловушка. Все, ребяточки. Зеленые зомбики у нас есть. Голубенький тоже. Хорошо. Побежали, побежали, побежали. Ой-ой, змея. Да что ж такое, улететь сюда. Давай убьем ее, чтобы она нам не мешала. Так, поставим давайте ловушечку, потому что... Может, не успею всех поймать, чтобы кто-то хоть один попался в ловушку-то. Ага, все, вот они. Вау, получил я, конечно, ребятки, по голове молотком, но ничего. Так, ребяточки, продолжаем охоту. Продолжаем охоту. И для того, чтобы найти нам фиолетового зомби, нам, походу, надо немножко не здесь искать их. Сейчас посмотрим. Так, охотник на зомби, пошли. Пошли охотиться. Вау-вау-вау-вау. Так, берем, ставим здесь ловушечку. Берем, меняем оружие. Ой. Бросаем мозг. Улетела моя ловушка. Так, отлично. Забираем монеты. Остался один зомби, ребят. Вот он здесь. Я не знаю, что тут за зомби будет, но мне нужен фиолетовый. Нет, здесь не фиолетовый зомби, я не знаю, где фиолетовый, надо искать. Сейчас посмотрим, ребятки, пойдем на пески, на пустыню и посмотрим, может, в пустыне есть. В пустыне мне нужно поймать ананасового зомби. Ребятки, мне нужны и арбузовые зомби, и ананасовые. Так, и, наверное, давайте, ребятки, перейдем в пустыню. Так, все, отличненько, погнали. Погнали, ребяточки, посмотрим, как нам нужно играть. Правильно.
Так, меняем оружие, ребят. Это банановый зомби, это понятно. Так, поехали дальше. Ой-ой-ой-ой. Ананасовый зомби, ребятки, был спрятан, оказывается, у себя в песочнице, а я этого не заметил, и он меня пытался еще что бросить. Так, отлично, давайте вот этого. О, арбузовый зомби, ребят. Отличненько, ребятки. Арбузовый зомби и банановый мне попался. Так, ребяточки, продолжаем охоту. Нам надо много зомбиков наловить, ананасовых и других. И фиолетовых зомби. Я не знаю, где фиолетовых зомби искать. Наверное, на каких-то других, ребятки, болотах. Поехали! Так, что у нас здесь, ребят? Ага, бросаем мозг. Ждем. Все, отличненько, ловим. Вот мне нравится, ребятки, сетимет. Ни одно оружие так не ловит хорошо зомби, как сетимет. В сетимет они попадаются все, и проблем с зомбами никогда не возникает. А вот и он. Все, ребятки, видите как? Поймал я его. Поймал на живца. Два банановых, отличненько. Ой-ой-ой, на крабика я попал. Так, ну все, ребятки, здесь все зомбики пойманы у нас. Давайте, ребятки, продолжим охоту, но нам нужен фиолетовый зомбик еще. Для приготовления супер-супер блюда нам нужен, ребят, фиолетовый зомбик. Я не знаю, где его мы достанем, но, походу, он где-то должен быть здесь. Давайте смотреть, давайте искать. Фиолетовый зомби должен быть тут, по-любому. Так, побежали. О, вот он, ребята. Давай, он забрал мозги. Все, отлично, мы фиолетового зомби поймали. Ребятки, вы видели, он украл мозг и хотел уже убегать с ним. Так, всех словил, ничего, правда, молоточком по голове получил, но ничего. Продолжаем бежать. Все, последний зомби. Желтый. Конечно, не то, что я ожидал, но ничего, пойдет и такой. Так, ребятки, нам надо еще... Продолжаем охоту, нам надо поймать еще одного фиолетового зомби для того, чтобы приготовить суперкоктейль и перейти на другой уровень. Давайте еще будем искать фиолетового. Зомби обнаружены. Давайте, поехали. Так. Все, поймали. А где же, ребятки, фиолетовый? Будет зомбик или нет? О, да, есть. Вот он. Все, ребяточки, мы поймали всех тех зомби, которые мне нужны для приготовления различных коктейлей и продвижения нашего бизнеса, ребят. Все, отлично. Забираем все. И идем теперь в кафе. Переходим в кафе. Переходим в кафе. И следующим образом смотрим, что мне нужно здесь продать. Так, а что же мне надо было? Вот это продать. А на сколько? 20, а у нас тут 25. Отлично. Так, и продать мне надо, ребятки, вот таких штук. Что, не хватило, что ли? Должно хватить. Или это еще не разобрали пока что у меня?
Ребята, оказывается, мне еще надо идти в пустыню и ловить много зомбиков обычных, хотя бы 2 штучки. А, не 2, один уже есть. Нам надо словить, знаете, сколько зомбиков? Нам надо 6, нам надо еще 5 зомбиков словить, ребятки, чтобы пройти этот уровень. Еще 5 ананасовых зомби. Ну что же, пойдем ловить ананасовых зомби, ребятки, в пустыню. Зомби обнаружены, погнали. Потому что мы так и с вами не сможем пройти этот новый уровень, ребят. Только с помощью вот этого. Что нам надо словить. У, ананасовый зомби, иди сюда. О, он динамит бросает, ребята. Ой, я подорвался на динамите. Вы видели? А, словил все равно, ребятки, видели? Я все равно его поймал. Банановый зомби, это понятно. Вот еще 2 зомбика тут. Опа, все. Так, ребятки, всех зомбиков поймал, но у нас остался здесь один, да? Еще 4 штуки нам поймать надо ананасовых. Продолжаем охоту. Плохо, что то, ребятки, что мы не знаем, на каком уровне мы сможем найти того или иного, ребятки, зомбика с определенными ингредиентами. Вот это плохо. Если бы я знал, где находится, было бы намного проще проходить эту игру, ребят. Так. Ну, тогда было бы и неинтересно, пожалуй. Наверное, да. Так, банановый убегает. Пускай убегает, он мне пока не нужен. А вот этот нужен. Вау, ребятки, опять подорвался на динамите. Этот зомби кидает динамит. Этот бегает туда-сюда. Чё ж ты бегаешь-то, а? А, и убежал. Ну да и ладно. Или нет? Да, убежал, не успел я его поймать, но ничего. Так, еще 2 зомбика мне надо поймать, ребятки, ананасовых, и тогда мы пройдем уже этот уровень. И посмотрим, что какие нас задания ждут в других уровнях. Давайте, давайте, хоть бы здесь попалось 2 штуки, а не 1. Вон они, вон они. Эу! Все, ой-ой-ой, опять динамит, ребятки. Я опять попался на динамит. Вон он. Все, ребятки, я поймал тех зомбиков, которые мне нужны. Все, ребятки, всех поймал. И это просто, ребятки, круто. Так, ребят, идем в кафе продавать на 120 ананасовых зомби и... На 120 монет ананасовых зомби. И мы с вами перейдем на следующий уровень. Посмотрим, что за уровень там нас ждет. Что нам... Какие нам задания дадут разработчики опять для того, чтобы мы их, ребятки, выполняли. Так, давайте опустимся в самый низ и посмотрим, что здесь. Так, это турборежим, я так понял, он уже на всю катушку работает. Осталось, ребяточки, 30 секунд, и я тогда запущу 2-х зомби. И тогда мы сможем уже перейти на другой уровень. Давайте подождем.
Ребяточки, а если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте колокольчик, поставьте пальчик вверх, если вам понравилось это видео, ребятки, и смотрите другие мои видосики. Так, ну что ж, ребятки, тут все у нас качается. Все как всегда. Подождите, зомби найдены. Это у нас... Ага, все, понял. Давайте назад вернемся в кафе. Там... Ой, это магазин. У нас магазин нам пока не нужен. Давайте назад вернемся, ребяточки, в кафе и посмотрим. Все, ребятки. Мы с вами прошли этот уровень. И это просто круто. И нам нужно... Ага, улучшение получить. Так, продать чего-нибудь, ребятки, на 1000 монет. А также, дорогие друзья, улучшить зомбовыжималку, вот эту последнюю, шашлычок. Ну, это мы, ребятки, будем уже сделать в следующих уровнях, дорогие друзья. А сегодня мы с вами неплохо половили так зомбиков. И что я вам хочу сказать, ребятки, что встретимся мы, как всегда, в следующих частях. Будем играть в следующие части, будем проходить уровни и будем просто наслаждаться этой игрой, ребятки. Я с вами был, как всегда, Юра, ребята. Пока-пока.